Сейчас новость для родителей и для тех, кто скоро ими станет. Рецепт на молочное питание учимся оформлять по-новому. Если раньше его выписывали в поликлинике сразу и на месте, то теперь творожки и соки заказываем через портал госуслуги. А с 1 сентября выписывать детское питание можно будет только в электронном виде. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте услуги masrec.ru. Чтобы стать получателем молочной кухни, нужно кликнуть на раздел «Обеспечение детским питанием» и заполнить два заявления. Внимательнее смотрите, заявление оформляется от имени того ребенка, на которого оформляется питание. То есть, несмотря на то, что ребеночку один месяц, он уже является заявителем в этой категории. Обратите на это внимание. Второе заявление – это согласие законного представителя ребенка на обработку персональных данных. В этом качестве могут выступать только родители или опекуны. Затем нужно собрать стандартный набор документов и предоставить их участковому педиатру. Педиатр берет на рассмотрение данный пакет документов. Он, допустим, 3 месяца ребенок не появлялся у участкового педиатра. Участковый педиатр может отклонить вот эту функцию до тех пор, пока ребенок не придет на прием. На данный момент молочная кухня обеспечивает питанием 3500 детей и беременных женщин. Работает она по понедельникам и четвергам с 8 до 17.00. За подробной информацией можно обратиться по телефону 9 95 44 и к администратору детской поликлиники.